Всех вас на одной из наших, ну, наверное, лучших площадок. И это, наверное, один из ярких символов того, что город действительно заинтересован в новых, интересных, хороших, позитивных идеях, которые всем нам нужны без исключения. Команда департамента довольно давно занимается городской информатизацией. Мы периодически собираем всякие призы и награды, но самые яркие призы мы получаем ровно в тот момент, когда наша команда усиливается молодыми, хорошими, талантливыми ребятами, которые не думают о том, почему что-то нельзя сделать, и какие у нас еще есть ограничения, какой нам нужно федеральный закон внимательно прочитать взад наперед и спереду назад, для того, чтобы придумать еще 100-500 причин и обоснований, для того, чтобы какую-то задачу городскую не решить. Именно молодые, новые, талантливые специалисты делают наш город вместе с вами, вместе с нами таким, какой он есть. И мне очень приятно, что сегодня наша работа начинается по четырем номинациям, по четырем направлениям, трекам. Это и большие данные, и продвинутая аналитика, и работа с торговыми сетями и с недвижимостью. Это все важнейшие направления для города. Важнейшие. Я приведу один маленький пример, но он, на мой взгляд, очень показательный. Не буду называть стартап, который это делал, но есть у нас интересная история с диагностикой. Мы научили машину, нейронную сеть, проводить раннюю диагностику инсультов и злокачественных образований. В результате качество диагностики предварительно повысилось, всего на 4%. Ну, сущая ерунда, если говорить в процентах. А если перевести эти проценты в человеческие жизни, то только в прошлом году на предварительных анализах, на тестовых испытаниях несколько сотен человек получили шанс на то, что они не будут усугублять свои заболевания, своевременно получат медицинскую помощь и с гораздо большей вероятностью выздоровеют. По-моему, эти 4% того стоят. И у нас сейчас в руках есть прекрасная возможность. Спасибо большое. По вот этим маленьким, быть может, скучным процентикам, но получить те результаты, которые будут востребованы всеми жителями и нашего города, и, конечно, других мегаполисов страны. У нас страна очень любит смотреть на московские решения и использовать их потом в своих субъектах. Поэтому я еще раз всех приветствую. Мне приятно видеть всех вас в этом зале. Я уверен, что у нас будет серьезная конкуренция и серьезное соревнование. Желаю удачи всем, ну а победят сильнейшие. Спасибо.